Среди парящих гор Альборса иногда звучит свист поезда, который нарушает сон обитателей гор и резонирует на скалах. Поезд с большой скоростью пересекает горы, проходя мимо остатков старого замка, выйдя из света в темноту, а парами из темноты в свет. В 1933 году, когда датская инженерная фирма «Комсах» подписала контракт на строительство железной дороги с севера на юг Ирана, она понимала, что несет большую ответственность, потому что до этого американские и европейские фирмы не смогли открыть путь через горы Альборза. Но когда была подготовлена воздушная карта горного хребта, они поняли, что в районе Аббас-Абад существует большая проблема. Деревня Аббас-Абад, которая опирается на горы провинции Мазандаран, некогда была традиционной деревушкой, но со временем превратилась в дачный поселок и стала называться Вереск. Некоторые считают, что название Вереск происходит от иностранного инжиниринга. Некоторые другие полагают, что Вереск заимствовал название от кустарника, который растет на верхнем Вереске. Железная дорога должна была пройти через деревню Аббас-Абад и через 10 километров, поднявшись на 600 метров, проложить путь от горного района к туннелю Гедук. Но так как поезд не мог подняться на такой холм, компания разработала маршрут «Три ступеньки» на склоне горы, которые стали известны как «Три золотые линии». Несмотря на строительство трех золотых линий, большая проблема с деревней Аббас-Абад была не решена. По ту сторону красивой деревни находились глубокое 110-метровое ущелье, которое не позволяло соединить две высокие горы и было конечной точкой на пути поезда. Чтобы решить проблему, швейцарский гений Ханс Натер выполнил расчеты моста, который должен был соединить горы и пролегать над ущельем. Австрийский инженер Ладиславс фон Рабцевич, известный в Иране как инженер Вереска, в ноябре 1934 года начал контроль над строительством моста, который стал шедевром инженерного искусства своего времени и получил название «Мост Вереск». Для строительства этого моста сильными руками местных рабочих и с помощью простых ручных инструментов были построены сначала две высокие колонны, а затем бетонные подмостки, на которых были установлены основания моста. Некоторые из этих этапов строительства моста изображены на картинах инженера Вереска. Мост Вереск открылся в 1936 году. Он соединяет Тегеран и Горган. В некоторых рассказах о дне открытия этого моста говорится, что Реза-шах Пехлеви приказал, чтобы главный инженер находился под мостом во время прохождения первого поезда, потому что никто не верил, что поезд может пройти через узкий мост. Рассказывает, что машинист не осмелился вести поезд, и поездом управлял кочегар. Мост Вереск общей протяженностью 73 метра имеет 66 метров арочного пролета, включая одну большую арку и 10 небольших арок. Высота моста составляет 110 метров от дна ущелья.
Мост Вереск, являющийся символом победы технологий человеческих знаний над суровой горной природой, сделан из промытого цементно-песчаного раствора и обожженного кирпича, и при его строительстве не использовали железобетон. Во время Второй мировой войны премьер-министр Великобритании Черчилль назвал этот мост «Поле Перузи», «Мост Победы» за его роль в доставке помощи в Советский Союз, находившийся тогда в осаде гитлеровской армии. На протяжении всей истории этой железной дороги железнодорожники проверяют рельсы и по пути следования поезда в долинах, ущельях и в горах в летнюю жару и в суровую зимнюю стужу, чтобы обеспечить безопасность пассажиров этого железнодорожного маршрута. Мост Вереск расположен на пути Тегеран, провинция Мазандаран, в 85 километрах к югу от Каймшагра, в направлении Саваткух и в долине Вереск. И до сегодняшнего дня служит связующим мостом железнодорожной сети Ирана с севером страны.